Так, ну это дом 4. Там торчит дом 6. Это дом 3. Нет, дом 2. Там дом 3. Надо было раньше, конечно, снимать. Ладно. Там вдали-вдали проходная. И там уже сам город Тамбов начинается. Тут вот ворота. Это вроде стурно, что в Кровань там ездили. Давно-давно. Ворота там, вот там. Да, сюда никаких машин вообще не было раньше. Сережа? Да, это я. Так, ну, а... думаю, почта была в торце, да? Нет. Ну что ж тебя туда тянет? Это там. Нет. Нет? Значит, ты какую-то другую почту застал. Ну, а это самый первый дом в этом гарнизоне. Соответственно, номер Адым. Вот такие вот немцы, говорят, строили эти все дома. Там вот казарма торчит. Ну, сейчас все в зеленке, конечно, нифига не видно. Часть казарм снесли уже. Впереди памятник Марине Росковой. Это аллея вообще, штука, по которой мы идем. Там детский сад в Пиндюре голубой, мы туда еще придем. Это, конечно, ужасно, потому что парк был шикарный настолько, что тут белки... Он был дремучий, да, реально. Тут были грибы, белки и грачи гнездились. И мы грачат после дождя всегда собирали и пытались их навтолкать им что-нибудь в рот, чтобы они, как по нашему пониманию, должны были выжить. Ну, это вот фигня, да. На самом деле, вот это вторая проходная, ее остатки. О, местные детишки. Это как бы было, когда это тут. Чего-то того было. Чего было? А было и КПП. А я и говорю, вторая проходная, да. И мы лазили. Здесь сидели чуваки. Нет. Когда? Фу. Ну, ворота были откатные. Точно. Ну, тогда открыто было, все время ходили. Ну, нам-то можно. Мороженое сюда же привозили. Да. Это потом уже здесь они перегородили, не пускали, а потом опять пускать стали. Вот. Да, вон детский сад торчит, который тут как серпом по яйцам все портит. Не было его никогда, там тоже был дремучий, да? Парк. Да? Видишь, фигня по центру, она где-то вот тут, вот это должна была быть. Слушай, а это, оказывается... А, у меня глюки. Слушай, ну там он... Заборчик, пойдем, может быть, и подойдем. Она, мне кажется, заросла. Это просто не хуже, как зона. Пойдем, пойдем, подойдем. Вот остатки тоже забора. Да-да, и тот самый забор. Че, пойдем, подойдем? Нет, наверное, пути давай. С той стороны, как бы? Да, может. Здесь, если видно, вот забор. Да. Мы его обойдем с той стороны. Это будет... Страшная штука, короче, там находится. А, ну это дырка, да, в заборе, я так понимаю? Непонятно. Не видно, да. Где ты там увидела? Рабится, наверное, там. Ладно, сейчас посмотрим. Так, это мы к Марине сейчас подходим. Ты каков все снимаешь? Да. Шпионишь, типа. Да не приду такой будешь ролик снимать минут на 10-15, наверное? Ну, как успеется, да. Задаю. Сейчас ничего не происходит, врубай пока. Не, ну а что не происходит? Вот мы плавно приближаемся к Марине. Мы на самом деле, наверное, ближе находимся, чем телефон показывает. Персы. Точно это та штука. Да, видишь, поэтому туда никто не ходит. Там контролер с изломом. Там все, наверное. Вот наш папа тут учился, блин. Ну, вот он не пойти будет. В 65-м году закончил, конечно, да. Обалдеть! Вот эти голубые ели. Я не стою, смотри. Они были размером... Ну, раза в два были меньше. Какие в два? Они были вообще пиписки. Точно, они вообще... Ё-моё, улов видно было, все. Они раз в пять были меньше. Вот это вот... Да, за где-то сколько? Это 48 лет? Это сколько я помню. Посмотри, что хорошо, они переоделись, мы прежним голубые. Да. Ну, частично там, конечно, есть такая туфта, но так они смотрят. Лиственница стоит, вот. Да. Это слов нет. Это елки, которые я помню мелкими, блин. А помнишь вот эти стоят штуки, на которых там чуваки были нарисованы, как маршировать надо? Да.
А это класс, где тут был академия? Да. Там стадион. Слушай, там спорткомплекс, вот столовая. Столовая, представляешь? Да. А там солдатская столовая. Так, а там мы, наверное, не пойдем. Там же все-таки снимают, как видно, интересно. Да, я думаю, что фиг там нам покажут. Да, видно было самолет, и сейчас попробуем. А вон памятник тут, сейчас я его приблизю. Вон он где, видно. Ну, хрен его здесь. Попробуешь? Памятник. И памятник номер 2. Ну, того памятника в детстве не было. Я была в детстве, его помню прекрасно. А мне в детстве не было его. Ну, у тебя было другое детство. Вот так вот. Да. 7 лет разницы, разные детства. Это УЛО торчит. Это понятно. Училище, высшее военно-летное училище имени Марины Росковой. Было так раньше. Тамбовская. Тамбовская. Сейчас не знаю даже, здесь, что. Информации про эту девушку есть в интернете. Лечится, фигли. Красивый год. Все, погибло. Да. И герой Советского Союза. Молодец. Обалдеть, елки, господи. О, лиственница. Даже в этих там кипочки на ней, шишечки. Ну это она цветет так. Ой, мягенькая. Прикольно. Шишки, слушай, нет, это какая-то елка. Лиственница, шишки, у нее маленькие вот такие должны быть. Это, а что она мягкая? И у нее вид как у лиственницы. А может гибрид какой-нибудь такой может быть? Вот эти вот елки, вот эти до неба елки, блин, они были. Они метра. Ну, не знаю, метра по 4 они были, не выше. Мне кажется, меньше даже, Сереж. Ну, может, и меньше. Красотень. Это ходильный плац. Здесь были вот зеркала кривые. Зеркала и нарисовано, как часть этого движения в траву. Да. Ой, лодка какая-то. Что? Лодка. Да. Точно. Полевая кухня. Или компрессор. Или компрессор. Полевой. Или вообще сак. Сварочный агрегат. Нет, судя по трубе, это полевая кухня. Слушай, вот там сверху закрывашка для котла. А может вообще какой-нибудь варить этот? Гудрон. Гудрон. Всю романтику испортил. Да нет, нет, на твоей кухне, он сбоку эти лючки куда ставить, эти мармитки всякие, это подогрело. А что написано? Это что, музей там? Нет, клуб сюда был, музей входить. Ну пойдем почитаем. Или думаешь нас... Да, надеюсь, нет. Ой, вроде все помазали, почистили, опять все вылазит. Одесский клуб, не герой, да, сюда. Кувашенко. А что еще Мартик там заживается? Ну, у нас это тут учебное заведение, так сегодня ехать. Нам не интересно. А есть вероятность, что вот это вот висит? Нет, 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 это дел какой-то, да? Угу. О, вот же какая штука. Вот ее куда перенесли. Кого? А, вот эту? А обалдеть, там, да? Да, она была на въезде. А-а-а, крутяк, будешь и фотографироваться? Да, буду фотографироваться. Ой, там написано сейчас, надо же почитать все. Тут что, вон памятник торчит, мы сейчас тоже до него дойдем. 80 лет, блин. Эта штука стояла перед...
А я переживал, думаю, куда ее дели? Она же была прикольная. За ней ухаживали. Это же вот все, это мрамор же, гранит, гранит. Не, ну еще подальше елки. О, вот так она вылезет. Так, я делаю паузу.